История храма Рождества Христова, расположенного в селе Беседы Ленинского района, ведется с конца XVI века. Тогда, после победы в Куликовской битве, князь Дмитрий Донской повелел возвести здесь церковь. В честь 420-летия в древней обители прошла божественная литургия, которую по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия возглавил епископ Видновский Тихон. Сослужили владыки благочинной церкви Видновского округа священник Дмитрий Березин и духовенство благочиния. На богослужении возносились молитвы и песнопения Богу. Повсюду ощущалась атмосфера благости и добра. В праздничный день Христорождественский храм был полон людьми. Многие из них являются давними прихожанами этой обители, а кто-то приехал сюда издалека. Всех объединяло одно – желание приобщиться к таинству божественной литургии. И для меня посещение этого храма каждый раз это большой праздник. Тем более сегодня у меня именины моего старшего сына. Это вот младший, а старший сейчас там стоит. Молится. Поэтому для меня сегодняшнее слово Божье – это больше, чем дар Божий и милость. Прекрасное чувство. Я получаю какое-то здесь удовлетворение. Вот прихожу в церковь, и я считаю, что Господь меня ведет, Господь помогает. И я держусь на плаву, на ногах. Здесь очень хорошо, здесь очень мирно, очень благодатно. Очень замечательный храм. Я бы пожелал, чтобы храм наполнялся людьми. Сейчас людей много, и в праздники всегда бывает очень много людей. Дай Бог, чтобы было еще больше, было больше детей, чтобы храм не стоял пустым. А после завершения божественной литургии владыка Тихон поздравил всех с Рождеством Богомладенца Иисуса Христа. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.